Контора оптимистов представляет. Жизнь удивительный дар, как человек проживает ее по-своему, наполняя реку времени результатами собственных действий. Даже самое маленькое изменение в нашей жизни способно запустить цель непредвиденных последствий. Это правда. Клип. Так и было. Так самое смешное то, что его купили. Реально, я же NFT торговал. Новое топливо, путь в космос. Да, капитан, мировые ученые открыли новое топливо. На этот раз он абсолютно опасно. Топливо ученый виток Air, Марс на Луне. Мой первый донат, хорошо. Я там был, я стоял рядом с ним, когда он говорил с толпой, которой не было видно конца, и тысячи глаз смотрели на него с восхищением. Ну, это да, это... Я тут с волосами, кстати. Ну, это правда, потому что я в этом году пересадку буду делать, так что это правдиво, да. Моя адекватная, абсолютно разумная граждане Стрельтамак. Спасибо всем, кто остался со мной, чтобы нести тяжелую ношу исправления ошибок человечества. Мы построим здесь рай такой, которому эти дегенераты будут завидовать. Ну, правильно, выкупил Стерлитамак. Абсолютно, абсолютно я... Мэр! Ну, это, ну, ребят, фьючер. Фьючер из предиктов. Я видел, как это восхищение обращается в презрение, а после слепой раболепи я видел, как мечтатель превращается в тирана. Ты не прав. Ты что значит тирана? За решетку предателя. Это, ну да, ну всякое может быть. Но я не уступился от него. Для меня он был не просто вождем, он был моим другом, а я был его верным соратником. Браво, ты же сам понимаешь, он всего лишь меценат, он не может управлять целым городом. Я был секретарем еще прошлого мэра, мы наведем порядок. Меценаты. Дикпика переподписан. Спасибо большое, Дикпик. Вот и наводите сами, мне, в отличие от вас, есть что терять, я не буду вам помогать. Я верил в его мечту о рае, который мы хотели построить в этом городе. Как жаль, что он не верил мне так же. Я с самого начала совершил ошибку, чудовищную преступную, и за дня в день, когда брал ручку и записывал все, что видел, каждый раз, когда сохранял на бумаге правду, за которую в будущем я и поплатился. Поэтому я бегу, за каждую ошибку следует платить, но цена этой слишком высока. Теперь наша жизнь будет совсем другой, но что бы ни случилось, я защищу тебя. Все, что я делаю, все, чем я пожертвовал, все ради тебя. А, все ради Логейма. А. Я надеюсь, что мои тайны никогда не навредят тебе. А... Ой. Все стаканы в баре изготовлены из полимерных материалов и подвержены полной переработке прямо на месте. Ну нормально, слушайте, сразу видно уже. Мэр не зря струячил. 22.00, Стерлитамак, внешнее кольцо, бар Подольск, 7 декабря 2062 год. Ебать. Эх, опять работать, Саша, ну-ка. Осталось всего пару рабочих дней до праздника. Ой, а что это за девочка? Привет. Привет. Привет, малышка, ты что тут забыла? Я не маленькая, я тыковка. Привет, тыковка. Меня мама послала за солью. Поздним вечером? Угу. А где ты живешь, тыковка? Раньше я тебя здесь не видела. 5 этажами выше. Странно, хорошо, тебе соль нужна была? Ага. Ой-ой, у нас недавно закончилось. О, бедная тыковка, соль нужна. Не плачь, не плачь. Хочешь поготовить со мной коктейль? А это как? Смотри, вот планшет с рецептом. Продиктуешь мне его, а я тебе приготовлю. Давай! 300 рублей.
Посиди пока. Ну все, ребята, мы кажется, ну все, самый лучший персонаж в игре найден. Тихо, 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 тихо. Возьми 5 порций, ведь мать его, спирта. Подожди, подожди, другая страница. Угу. Снизить стойки, налить миксер, лимонный сок, ягоды, ваниль. Добавить лед, смесять, подать в граненом стакане. Смешайте миксер, ягоды, ваниль, лимонный сок, лед и подайте в граненом стакане. Ягоды. А, понял. Ягоды. Ваниль. Лимонный сок. Лед. Под смешать. Подать, пей. Спасибо, очень вкусно. Давайте, мама уже дома заждалась. Угу, до свидания. Пока. Здравствуйте, красивая тетя. Слушай, от красивой тети слышу. Так, ну все, я... Здрасте. Вы можете приготовить мне чебаркульскую радость? Простите. Что, у вас нет такого в меню? Ох, странный же ваш город, но все так же замечательно. Не бойтесь, я подкину вам рецепт. Возьми 3 арбуза, 20 грамм урана, 235. Взбей чайный гриб и приложи на стойку подорожника. Размешай все ложкой Deus Ex и залей в пивную кружку. Хорошо, но ничего не обещаю. Всех ингредиентов у меня не будет, так что немного подредактирую рецепт. Мешать черен малинового вина, 5 спирта, артишоковый сок и гранат пиксель. Налейте в пивной стакан. Все. Спасибо большое! Вкус, конечно, немного отличается, нет того самого аромата сероводорода заводских выбросов, но тоже ничего. Оригинальный коктейль, конечно. Чебар, знакомое название, откуда это? Ах, это знаменитый напиток в честь города Чебаркуль. Ребята, Чебаркуль — это канон, понимаете? Вот, видите? Чебаркуль — это канон. Такой город действительно существует? Конечно, я недавно была там проездом, замечательное место. О, здорово, Плань. У меня там друг, к слову, живет, еще он недавно тоже приехал сюда, стерли Париж, есть дела у него. А я путешествую, чтобы набраться, так сказать, культурного опыта. Но это часть моего хобби. Хобби, чем вы занимаетесь? Ох, милашечка моя, я гадаю на картах Таро. И вы тоже. Ох, котеночек, мои гадания очень точны. Недавно гадал мужчине перекут правого яичка, а потом знаешь что? На следующий день его сбил дрон-доставщик. Вот умора, да. Это жизнь. Вот плата за как... Ничего себе, это... Какая крупная, это что она? А, это, короче, деньгами с настолки выплачивают, сука. Спасибо, удачи вам. Она ушла. Странная женщина, добрая, достаточно щедрая. Там пачка такая была. Сколько же она мне дала? Подождите, это фальшивые деньги из бизнеса? Это реально деньги из бизнеса. Говорил мне папа не связываться с тарологами. Теперь придется из своего кармана оплачивать. Что у нас с вами по новостям? Самое первое центральное достоверное телевидение. Сегодня в целях совершения правосудия перекрыт движение по следующим частям гор. Пипец, но лагейм, как всегда, блин, ну драма Куин, блин, ну литерали. Примадонна. Проспект Мулинье, улица Андрея Кузьмина и площадь Революции. Пипец, вы даже такое нарисовали. Очередной рейд, хорошо, хотя бы не в нашем районе. Вечер добрый, как ты тут, сол? Ну, а тут есть некрасивые женщины? Для Тита коктейль Наоми. А, тут уже название, так, Наоми. Готово. Спасибо, солнышко. Ой. Не за что. Слушай, а у тебя есть какие-нибудь планы на будущее? Пока что нет, мне бы день от работы не сломать ничего. А к концу смены у меня остаются силы только чтобы дойти до дома и отключиться за следующей смены. Как ужас, такая милая девушка застряла в городских трущобах. Слушай, а не хочешь со мной в центр? Мне как раз нужен бармен в компанию. Я там совсем не последний человек, раздобыть тебе пропуск, если не составит труда. В центр? Ох, я хочу сначала освоиться здесь. Кажется, с местными легче найти общий язык, чем с людьми в центре.
с индюками? Да. Дорогая, люди везде одинаково по-свински себя ведут, так что не переживай, это правда. Давайте согласиться. Спасибо, я еще обдумал, но мне сначала надо отработать здесь пару месяцев. Потом обязательно с вами свяжусь. Очень жду, бармен найдется не скоро, но все равно поторопись. А пока сделай мне 2 января, как начало твоей стажировки. Сделать для Тита коктейль 2 января. Неплохо получилось. С радостью продолжил бы выпивать в твоей компании уже в центре. А пока не стану тебя отвлекать от работы и пойду по своим делам. Еще увидимся. Смену. Всем привет, какой-то мужик. Блять, это Шталян. Здравствуйте. Ой, спасибо, я здоров как бык и чувствую себя отлично. Я бы хотел попробовать ваше популярное имбирное пиво Старый Евнух. Вот я вам принес кружку, даже свою любимую. Когда я пил с ней, мне подарили здесь квартиру этажом выше. Она приносит мне удачу. Вот. Постойте, мне кажется, я вас знаю. Вы Толян, верно? Это реально Толян. Вы меня знаете? Я слышал о вас от отца. А меня вот в соседнем баре не узнали, представляете? Более того, паспорт попросили, блин. Я им что, совсем пацан, что, блядь, это реально Толян? Пипец, Толясик. А я думал, тут чисто сисястые бабы будут, а тут, оказывается, мужские персонажи есть. Никакого уважения. Тьфу на них, не бар там, а фиг знает что. Ну, дела. Напомните, пожалуйста, вам какой напиток вашу крошку? А вы удивите меня. Я столько много разнообразного пива попробовал, что меня абсолютно ничем не удивить. Ну, может, попробовать меня удивить? Попробуй удивить Толян. Так, он какой-то странный. Ну, странно, не спорю. И видно, что очень дрожит эта кружечка. Уничтожь ее! Вот потихо... Нет, я не буду! Я не буду! Я не буду! Я не буду ломать кружку Толяновы. Пожалуйста, Боннер. Боннер. Горький, набодающий, войдет на раз-два. О, все, давайте так. Спирт и энергетик. Он же сдохнет. Нет, все, давайте так. И так сразу хочу сказать, что пиво очень похоже внешне на то, которое мой друг из деревни привозит. У них там на ферме пивная корова есть. Удивительно просто, чем они ее кормят, чтобы она им пиво подавала и не жаловалась. На вкус совершенно другое, старых евнухов вы на него пожалели. Я даже и не пиво будто выпил. Блин, а бензин сахарный. Вот. Ну, мне друзья сейчас советовали это место, говорили, вот сходи в Подольск, а я думал, город такой, что ли. А оказывается, прям вот подо мной этот Подольск. Ну, напиток у вас на вкус, конечно, интригующий, такой с перчинкой даже кажется. Я вот через дорогу был в другом баре, думал, меня там побьют, у него название было интересное, вон, ну вот, ничего. Паспорт спрашивает, зачем-то, я им что, мальчик, ну, блин, спасибо, конечно. Но все-таки пить хочется, там, напитки богов, уже Джек Дэниелс, там, Балтика, может, налили бы. Я теряю нить пусть. Вон, ну все, ребята, блин, ну вот это я понимаю, идеальная просто адаптация роликов Толяна. Ну, по вкусе такое, пощипывать немного, прям такой йод залпом выпил. А мама у меня йод не любит, не лечит он нифига, блин. Не знаю, ну прям по вкусу и по текстуре прям не коктейль, что я ожидал. Но думаю, надо будет потом помыть кружку с хлоркой, чтобы ее стенки не пропитались этим. Плохо получится, чтобы такую кружку еще лучше разъесть, а я ей все-таки имя дал красивое такое вот. Извините, что я так говорю о вашем пиве, это не ваша вина. Да, слухи о ваших навыках сомелье не оказались слухами. Может, вас удивить другим напитком? Нет, спасибо, я бы в другой ситуации остался, но сейчас мне очень надо уйти. Вам здесь не нравится? Нет, что вы. Мне просто срочно надо идти. Но я живу тут неподалеку, и наверху мне недалеко идти. Я живу на втором этаже здесь. Как замечательно, да? Вот первый, вот второй, и идти никуда особо и не надо. Ну какая радость, далеко никуда не надо. Ну все, мне тебе точно пора. Надеюсь, я не пролью тут ничего, а то будет грустно потерять такую кружку. Удачи вам, наверное. Вы пока вы не ушли, я все хотел спросить, что это у вас за кружка такая? Что в ней такого особенного? Да это чисто все прикол, блин. Что? Здрасте. Это пацан или тянка? Я не выкупаю пока что, да. Впрочем, какая разница. Добрый вечер, что будете заказывать? Да мне что-нибудь на ваш выбор, вот. Это для клиента любой коктейль. Есть. Давайте снова Боунера ему нальем. Все, Боунера нальем пацану, давайте. Приятного аппетита. Ой, фух, хорошо.
За центром города лучше быть начеку, не налегайте на алкоголь. Да, не знал, что я совсем недавно приехал. Спасибо за совет. Чем планируете заниматься? Я делаю роботов для ебли. Зеджима переподписан 17 месяцев. Ну, этого мы тоже берем на заметку. Вот, глянь, какие красотки, это сисик и писик мой. А куда ты планируешь своих роботов поставлять? Весь район уже под крылом Ангелины Даниловны. Ангелина Даниловна? Да, она здесь в округе лучший механик, также держит этот бар. Кажется, я знаю, что свой дел в первую очередь, спроси ее разрешение. Понял, она горячая штучка. Повторишь мне покрепче, и не пьян. Могу, сейчас сделаю. Я для клиента крепкий коктейль. Так, ну все, градус, давайте тогда сделаем ему крепким, давайте что-нибудь новое. На меня не смотри. Такого даже я не... Паренек явно не в адеквате. Приятного аппетита. О, начинается интервью с Паладином. Я с детства люблю его игры. Хочу стать таким, как он. Что сегодняшний день является рекордом от мира рунтусы. Вашему вниманию, Родион Красный Паладин Дулгер. Я вас категорически приветствую, мням-ням-ням. Трудно поверить, но на вашем месте я бы давно выпивал по этому поводу с коллегами. А вы сейчас свежий, как дыня, с нами в студии. Недавно вы успешно выпустили новую часть в вашей флагманской франшизе, я правильно помню? Да, моя студия выпустила уже 98-ю часть серии «Прибери в руин». Я, кстати, удивлен, что тут в этих играх не было новой «Прибери руины», потому что, ну... Паладин вроде бы две «Прибери руины» выпустил. Просто я удивлен, что новой «Прибери руины» не было. У него какая-то зацикленность, походу, на «Прибери руине». Думаю, наша команда вложила в нее все запал, здоровье, даже душу. Не зря часть называется «Прибери руину» уже. Как я знаю, под 10 части игры в своем интервью другом знаю, вы заявляли о желании создавать игры, ставя акцент исключительно на нашем императоре. Ой, честно, еще после выпуска первой игры я задумался над этим. После «Прибери руину» солидно? Да, уже тогда. Наш правитель всегда поддерживал мои начинания, и все это время я отдавал ему долг, радуя наших граждан. «Прибери руину» солидно. «Прибери руину» солид, типа. Эй, бармен, налей-ка мне пиво покрепче! Оптимист слил геймдев, сука. Это же наш этот замечательный, бля. Шалопай, вот точно. Я его Петюшоха зову, ладно. О, опять эти рожи, блядь. Он сидит, проплачет, журналист светит красивой моськой перед дедом. Этот старый маразмат нехил Стэнси на пенсию набился перед выпуском компьютерных игрушек, блядь, дебилов. Слышал, Паладин? Вот-вот все, вот и думай головой. Просто я, бля, ненавижу этих разрабов. А движки их? Ну ты видела, видела? Простите, но я не интересуюсь современными играми. Вот, об этом я и говорю, аудитории это нахер не надо. Бесталантные, криворукие, дебилы. Так, ребята, вот это, короче, слоган в Сертолев Продакшн, чтобы было, вы поняли меня? Маскот у вас классный, но вот этот слоган, он был и будет до конца с вами, запомните. Негласный слоган, да. Без таланта криворукий. Так вон, на телеке про игры разговаривают, сотрясают воздух, почем зря. Почему вы так решили? Как я видел по трансляции, у их игр довольно много поклонников. Я тоже часто играю в подвал после работы. А, ну что, ты сама не видела? Выпустили демо говна, но выдали как полноценные игры, а все остальные их занятые люди доделают в других частях. За это время их пара сверхчастей будет до отвала полна мусорными полигонами, и они будут делать ремейк. Вон как тот старикан в красном со своим ПР. А люди вокруг ведь только дерьмо, тебе только остается выбирать из его сортов. Так ведь это же очень круто, когда игра детства оказалась в новой обертке. А я смотрю, ты оптимист, ну что могу сказать, я тоже оптимист, мой стакан пьется наполовину полом. И Мишалапа тебе о чем-нибудь говорит? Бездельник? Вот она, благодарность за мои труды, даже прохожие не узнают. И зря, что тебя продают, они ее перезапускают. Плохо все списывают на команду разработки, и сами корчащиеся цветочки говорят, никогда такого не было, и вот опять. А ты придумал хороший нарратив для игры.
Не думал с такой фантазией пойти туда работать сценаристом. Эх, сейчас этот клиент разбуянится, придется после них все убирать. Ты, блядь, сейчас серьезно, нахуй? А правда? Ну давай, давай, скажи тогда, как на самом деле устроено место, которому я посвятил 40 гребаных лет? А? Ну-ну, чё сразу, а? Давай, расскажи, я же, наверное, не знаю, я делал игры, хорошие игры. Ну ничего, ладно, я делал игры не для людей, а для дебилов, блядь, что не стрелять нормально не умеет. Ни банальные загадки отгадать не могут. Ой, да я пока лежу, у тебя все виноват. Я делал великий шутер, стрелял он. Но чем же он кончился? И в отличие от всех остальных работ над игрой, требовал это уже от своей команды, несмотря на то, что у меня и зовут Шалопай, чё... Блять, не удивлюсь, если, короче, реально Шалопай делал игру под названием «Стреляло». Кажется, пора вмешаться. Один слег сразу же с переутомлением, а другой, аргументировал свою ничтожность кризисом, свалил. Только один неблок, выкрутился. И как? Сдох! Ох, видимо, еще не время. Во-во, подруга! Знал ли ты, что его судьба, как и этих, судьба этих ебучих игр, имеет бесконечные сиквелы и приквелы? Так и есть. Так и есть, типичный срок. Не, это гораздо выше, ты что, это гораздо выше. То есть как? Он притворился. У нас реально чел был в Дискорде, который... типа умер, но он притворился, что он умер. Не для душ. Нет! Нет. Рассказал, какой жестокий, тьфу, и как подавление морды дебил-защитников меня просто выперли. Понимаю тебя, брат. Да чё ты понимаешь? Ты просто пьяный жалкий токарь, что своим ключиком надеть вращает гайки для станка. Делаешь дилы для красивых мальчиков, как на телеке сзади, да? Поздравляю, можешь думать, что ты мега-бумажен здесь. За мой счет подлей чего-нибудь крепкого этому дохляку. А то он сейчас разнуется, тебе придется мне помимо работы убирать его сопли и слезы. Ну твое здоровье, соевый паренек. Смотрите на это. Пиздец, он окосел. Это было жестоко с вашей стороны. Жестоко, думаешь? А какое недостаточно мое время, мы в такие в подъездах нас пропили или ну это. Ты ж посмеешь? Как он сможет постоять за себя в этом гадюшнике? Ну, в этом вы правы. Послушай, ты видишь новенькая, да? Ведешь себя мягковато для этого места. Я мог тебе весь бар снести прямо сейчас, и ты мне ничего не сделала. Если не сегодня, так завтра тебя захуячить на месте, если не будешь жечь. Поняла? Да, спасибо. Не за что, если что, я работаю в табуретке. Где-где? В магазине мебели в соседнем районе, если что, обращайся. Он, наконец, хотя бы одного из разработчиков, счастливая концовка, бросил геймдев, пошел работать в мебельный. Мое уважение. Блин, а я уж думал закрывать. Ну серьезно? Ну серьезно, разрабы? Ну серьезно, блять? Ну серьезно? Все выглядит не так, как я себе представляла. Вы из санинспекции? Что? Нет. В жизни бы не пошла на такую неблагодарную работу. Я разливаю коктейли в баре напротив. Там еще раньше стояли два автомата с напитками. Недавно один убрали из-за неисправности, может, слышала. Я думал, это вход в техническое помещение с красивым названием. Сочту за комплимент. Ну, блять, это, кстати, классно. Классная отсылка сделали. Обычно наш бар называют дырой. Нас тоже так называют. Вы уже выбрали коктейль? Думаю, что-нибудь чайное, если не сложно. Принято. Дело для клиента чайный коктейль. Совсем не дурно. А что это за красивый бочонок такой? С его помощью я могу смешивать напитки без помощи рук, незаменимая вещь. Вот оно как! А у нас напитки взбалтывают, а не смешивают. Как у вас тут, конечно, все интересно устроено. Тебя как зовут, кстати? Атахахаси, Саша. 44. А меня отжил будем знакомый коллега. А в игре можно насать стакан? Не, ну мы же... Я работал далеко за океаном. Однако в какой-то момент на наш бар закрыли из-за низкой прибыли. Вот оно как. Так вы иностранка? В точку. Приехал по программе Work and Travel. Слушай, можешь мне пиво налить, чтобы взбодриться? Конечно, сейчас будет. Подайте Джилл пиво. Interesting иностранка has come to us. Spying здесь. Maybe она... Слушай, а можешь еще раз подлить? Только не налегайте. Я не скоро опьянею, все нормально. Подайте Джилл еще пиво. Еще пиво?
который так делать не будет. Ну давай, последний раз. На счастье. Угу. Ликвидация пива. Да походу реально ликвидация пива. Без пива нас оставят. Фух, у вас варят натуральное пиво. У нас совсем иначе. А какое пиво может быть еще? У нас его делают из примесей пищевых добавок с имитацией разного вкуса. А у нас только основные коктейли из примесей, а пиво, да, варят. Хотя один клиент сказал, что на вкус как из пивной коровы. Я перед случаем не приходил своей кружкой? А мне аванс пришел. Вы его знаете? Приходил сегодня странный мужчина, я подумала бездомный. Попросила паспорт, а он возмущаться начал, говорил, что никакого уважения, вообще он уходит. Точно он. Так что насчет тебя? Обо мне тут достаточно услышал, теперь мне хочется послушать о тебе. У меня не такая интересная жизнь, как вам кажется. Не нужно лукавить, не станет такая молодая девушка работать в баре просто так. Это лучше, чем в каком-нибудь притоне. Да, работа опасна, еще ночные смены, но мне и так хорошо. Меня поддерживают мои друзья и клиенты, очень добрые. Она даже предложила работу вместе получше. На твоем месте я бы не стала так легко соглашаться на такое предложение. Судя по всему, начала работать бармена ты недавно. Значит, это тебя берут туда за навыки. Что вы хотите этим сказать? Маленькую девочку хотят забрать в центр. Я, конечно, не берусь судить, но это очень подозрительно. Пипец. Тита хочет героя, за которого мы играем, походу в бордель забрать. Да. Походу Тита хочет, чтобы нас в туза ебали. Ведь если подумать, это правда, я ведь здесь еще и неделю не поработала. Вообще не бери в голову, может быть, я просто плохого мнения об окружающих. Может, вы и правы. Не унывай, подруга. Еще будут шансы на успех. Я вижу, у вас тут забавный снежный коктейль. Налишь мне его? Будет сделано. Делать для Джилл снежный коктейль. Ну, давайте снежный коктейль. Подать. Как вкусно! Как жаль, у нас нет такого. Все, еще раз спасибо за коктейль. Пойду-ка я. Ебать, у нее глазки заблестели. Прям, ух. Готовы на все. Удачи тебе, Саш. Удачи вам. Будьте осторожны, Джилл. Открываемся. Такс. А я, кстати, забыл спросить. Ты тоже с кем-то разговариваешь в голове? Тоже? Ладно, не обращай внимания, это алкоголь на меня так влияет. Еще раз пока. И вам всего хорошего. Ох. Интересные люди с вами были. Потерялась девочка, меня обокрали, пришла женщина из центра, которая хочет меня завибровать, не знаю через чем. У меня плохое предчувствие насчет этого всего. Пусть эта смена закончится. Бар закрывается. А давайте уходить отсюда. Сколько уже игра? Сколько уже играть можно? Весь день сидеть. Ну а насчет железодефицита? Интересно. Голографический характер музыкального автомата не мешает ему воспроизводить музыку, потому как под голограммой находится JBL-колонка. Охуенно сделано. Так, это мы поднимаемся по подъезду к нам домой. Ля. Ой, Стрелок, наверное, с таким трепетом это рисовал. Прям, ну, кадр был, мое почтение. Серьезно? Вы серьезно? Ебать, классно сделано. Мьюзик, прям мой ебальник. Так, новости. Time News Терлитамак. Терлипарижская правда. Как новое интервью Логейма дает Дани искусство? Сегодня прошла премьера интервью известного журналиста Логейма с главой игровой студии Родионом Краснопладиным Дулгером. Многие обратили внимание на типичный способ постановки интервью, но не смогли понять, в чем его особенность. Увы, в наше время не все разбираются в кино, ведь данное интервью имеет большую культурную ценность. Она отдает дань знаменитому немому фильму «Страсти Жанна д'Арк» Карла Теодора Дрейнера. Логейм опять какую-то хуйню выдумал, видимо, когда интервью делал. Ой, Логейм. Фильм полностью построен на крупных планах, как и само интервью. А актеры были без грим, чтобы придать внушительность и выразительность лицу. Удивительный тот факт, как журналисту удалось снять ремейк такого замечательного фильма в интервью о ремейках. Кого, блядь? Комментарии. Гаргарин, ну я сначала подумал, что интервью говно, оказывается, вот таким и задумывалось. Действительно, тонко, не каждый день обратит внимание на такие детали. Эстетика во всей красе. Стормбергер 262. А мне его лицо без грим только больше нравится. Да и дедушка нормально, совсем не похоже на то, что ему 50 лет. Крепыш.
колотушка 69.00. Сегодня продажа. Лимитированная серия Жек и Андрюх. Только с 7 по 11 декабря. Покупайте трех Андрюх и яйцо под... Я хочу такое. Не, кстати, вот будете смеяться, я на самом деле вот в такую игру поиграл бы. Издевательство, довод и повод. Глава Сардалев Продакшн уходит в отставку. Недавно в интервью Логеймеру Родион Красный Паладин Булгер заявил, что покидает пост директора студии по причине «нужно давать дорогу талантам». Позже в своем аккаунте в Одногруппниках он представил промо своей книги «Мышление главы геймдева», которая стартует в продажу уже в этом месяце. Вот у Паладина такой ебальник, как будто он знает, что книга хуйня, и, не ее пис... и он ее не писал, но он ее продает, такой, знаете, типа, не каждый поймет, как делать их. Кроме того, он поделился о намерении киностудии Ивана Брадера снять сериал про историю игровой студии. Информация об актерском составе пока неизвестна. Комментарий. Алкатрет, помню, еще будучи студентом, я проходил «Прибей руину в космосе». Тогда мне было 19, сейчас мне 39. Мои дети проходят «Прибей руину в космосе» Definitive Edition. Спасибо за все. За геймбо. «Прибей руину» — великая серия игр, породившая великое движение. Как сейчас помню тот день, когда они впервые презентовали свою первую настольную игру. Шалопай. Убрали втихую 100%, но так ему и надо. 40 лет разводил народ, кормя и выигрывая категории Б по цене AAA. Легает Ликин Симпсон. Работа обзорщика еды и напитков по своей сути проста. Мы ничем не рискуем, и люди не ожидают от нас тех усилий ума, души и тела, какие прикладывают те немногие мастера, которые готовят пищу и питье. И тем не менее, в картине мироздания людей мы, обзорщики, имеем не меньшую значимость, чем те, кто отдает свой труд нам на суд. Однако и у нас нет защиты от критики, ведь мы не лишены человеческой натуры, хоть люди превозносят нас выше остальных. Мол, с нашим мнением нужно считаться, но такой подход — это роковая ошибка. Ведь как мир станет лучше, если все то, что новое, неприемлемо в нашем предвзятом отношении? Я понял это, будучи 40-летним лбом. Я понял, что разливать пиво может каждый. Я по-настоящему понял, что алкоголь можно не закусывать колбасками пекалини. Бар Подольск научил меня по-новому испытывать удовольствие от распития. Я обязательно вернусь в Подольск для новых открытий. Блять, это получается, если мы его стакан захуярили бы, то у него тут какая-то другая была бы? Да какой другой пост, охуеть. Заебат сделано. Давайте спать. Давайте спать. Ля как спит. Это ж каким надо быть сверхчеловеком, чтобы спать на спине? Вот я, допустим, люблю спать на спине. Вот я сверхчеловек. Два номера стерли там акцент Розикурат большой в декабре. А 8 декабря 2062 год. Вечер, Лок. Видела твое новое интервью? Да, я над ним особо постарался. Это был самый оригинальный интервью в моей карьере. Ну, я ничего необычного не заметил. Все как всегда. Как это? Теперь это интервью можно включить фоном и слушать перед сном или во время работы. Я специально старался сделать его несмотрибельным, не помыл голову и не нанес грим, чтобы интервью можно было слушать. Типа Нет. Не могу воспринимать это после дипфейк с собой. Бедный логин. А, ну слушай, мне кажется, твои фанатки оценили интервью с другой стороны. О чем это ты? На, прочитай. Журналист Егор Логейм отдал дань фильму. Они серьезно выкрутили все это в... Только подумай, не все поймут, какой ты у нас образованный и в кино разбираешься. Вон даже в правде спрашивают, что тебе стоит выдать артиста за твои заслуги в искусстве. Но если лишь забыл помыться и довести барафет, на моем лице при желании можно увидеть черные точки, а кто-то в этом увидел высокое искусство. Мне кажется, я знаю, кому сегодня наведусь в гости. Удачи на встрече. Слушай, конечно была. Да, у них подают замечательные напитки. Конечно, конечно. В два счета управлюсь. Эта девочка сильно заинтересовала меня. Ну все, ребят, ну кто это? Кто это такой замечательный человек? Общаюсь, оттопырив мизинчик, блядь. Такой чисто, знаете, такой вот. Алле. Сука. Мичка Тита, ты хорошо справился. Только не будь слишком настойчивым. Не позволяйте странным воспоминаниям дурить тебе голову. Идут перемены, Тита, они несут за собой ничего хорошего для нас.
сука, кончилось! Продюсер Great Angel, автор идеи Great Angel, Вано, Never Fade Away, Study Lock, Stair Amp, Santanin, Браво, сценарий Great Angel 101, Never Fade Away, Вано, Залафру, Вильям Ки, Enter Magic. Тут че глубокий сюжет. А что если это дочь Логейна, которая удерживает твою жизнь? Геймдизайн Great Angel, Залафру, Santanin, программирование Залафру, Santanin, визуальное оформление. Начальная заставка Study Lock, интерфейс N4H, Study Lock, главное меню Брауни, N4H, реклама на экранах бара главное меню Якуба, ингредиенты лого PCD TV, экран выбора стакана Happy Goose, заставка DCP TV, PCD TV, Study Lock, Stair Amp, заставки загрузок дома, Study Lock, армяне, реклама зубов коллега, реклама пива Евнух, Тунгус, художники могут нормально с титрами, что? Фон бара музыкальный автомат Big Bird, иллюстрации к новостям дома BG Шалопай. Художники по персонажам. Тыковка. Great Angel 101. Риточка. Старилок. Тита. Старилок. Фриз. Старилок. Шалопай. Старилок. Логейм. Старилок. Красный паладин. Старилок. Джилл. Старилок. ББ. Старилок. Кукла. Залафу. Аудиодизайн. Доктор Хаммер. И работяги. Хейсив. Залафу. Эти люди вытягивают его. Музыкальное сопровождение. Хейсив. Нандин Анубис. Истрекс. Пенгвинович. Шана Блейд. Контроль качества, ведущий инженер Интерменчик, UI-тестировщики Браво, Славчик, Ебобс, Антиматерия. И особо благодарный Славчик, Бардак, Илья, Дэдбай Кринч, Тит, ВВН. И всему комитет Деградача и конторы оптимистов. Ой, ну сколько, ребят, людей работало над этим, просто прекрасно. Подожди, в титрах немного, все, ждем. Так. Ждем. Ну, художники, конечно, разъебали тут. Просто разъебали. И спустились, откуда были. Ну и саундтрек просто магнифико. Просто магнифико.